Гонки, аэрофотосъемка и съемка видеоклипов, доставка грузов, борьба с преступностью, поисково-спасательные и военные операции. Для всего этого используются квадрокоптеры. Самой востребованной является фото- и видеосъемка. Камеры таких аппаратов способны решать практически любые съемочные задачи. Юные участники фестиваля «Веселая Ларга» с большим интересом узнали о съемках экшн-видео и об использовании беспилотных летательных аппаратах на мастер-классе команды Slow Motion. Всем нравится, в принципе, потому что, ну, тема интересная. Вещи новые и довольно-таки популярные сейчас входят в нашу жизнь, поэтому думаю, что этот мастер-класс им запомнится и понравится. В ходе мастер-класса ребята команды Slow Motion рассказывали юным кинематографистам и телевизионщикам об экшн-камерах GoPro. Что нужно знать при настройке камер, об аксессуарах, креплении, а также о применении аэросъемки в разных сферах. Узнали участники о дронах и их видах. Большой интерес вызвал селфи-дрон. Небольшого размера беспилотный летающий гаджет, способный парить как под управлением хозяина, так и без, делая снимки в отличном качестве. Кроме того, любой желающий мог управлять квадрокоптером на организованной демонстрации. Меня больше всего удивило, что мы сейчас на улице и запускаем сами вот своими руками коптеры. Дали поуправлять квадрокоптером. Все очень понравилось. Такой захватывающий мастер-класс прошел в рамках 8-го Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая Ларга». В течение 3 дней во Дворце детского творчества проходили творческие встречи, показы фильмов и клипов, которые сняли ребята со всей России. И есть вероятность, что полученные на мастер-классе знания помогут юным кинематографистам снять настоящие шедевры с использованием современной техники и представить их на суд зрителей уже на следующем фестивале «Веселая Ларга». Дмитрий Беломестнов, Дмитрий Сухоруков, Михаил Морозов. Новости на 8-м.